8 проектов в рамках конкурса «Вам решать» получили софинансирование из областного бюджета. Их реализуют до конца года. Остальные 12 не набрали нужного количества голосов. 9 депутатов решили исправить ситуацию и вышли с предложением найти деньги на реализацию невыигравших проектов в городской казне. Объяснили это просто. В течение долгого времени людям расписывали преимущества новых объектов. И теперь нельзя обмануть ожидания горожан. Не то чтобы им прям обещали, что проект будет реализован, но... Во всяком случае, мы понимаем, что, как правило, жители воспринимают эту историю именно так. Если они оказали поддержку, они уже ждут какого-то ответа. И то, что эта процедура конкурсная, то, что здесь есть определенная состязательность, здесь есть... это очень трудно людям объяснять. Реализация проектов в рамках конкурса «Вам решать» проходит на условиях софинансирования, причем большую часть средств предоставляет областной бюджет. 20 проектов выставили на конкурс, исходя из максимальной суммы, которую мог бы позволить себе город. На проекты, которые не выиграли, необходимо 40 миллионов рублей. Без поддержки области всю эту сумму нужно найти в местной казне. Надо всего сейчас найти 40, да, из которых будет, допустим, вот могло бы быть своих 15 и 25 областных. Сегодня надо найти полностью 40. Сегодня таких средств в бюджете нет. Предложение депутаты обсуждали долго по ходу дискуссии, пытаясь найти и ответ на вопрос, почему такая большая часть проектов осталась за бортом. К следующему году народные избранники надеются выработать механизмы, которые позволят сделать каждый проект выигрышным. Пока же предлагают хотя бы частично поддержать идеи, которые не получили софинансирование. Из каждого проекта, например, по согласованию с администрацией, выбрать какой-то участок, наиболее, значит, тот, который нужно сделать, его сделать там. Пусть это финансирует 10 раз будет меньше. Частично, где самый, значит, участок плохой, из-за которого все это рождалось, его бы сделать надо. Принятием такого решения мы с вами абсолютно нивелируем вообще понятие инициативного бюджетирования. То есть мы определяем горожанам позицию, что можно быть инертными, не быть активными, не принимать участие в голосовании. Потому что за вас все равно потом все сделают, и все равно потом будет удовлетворено ваше мечтание. Мы абсолютно с вами не имеем права дискредитировать понятие инициативного бюджетирования. Поправку депутатов вынесли на согласительную комиссию. Именно там будут решать, есть ли возможность найти в казне средства на реализацию проектов аутсайдеров. Окончательное решение по корректировке бюджета народные избранники примут на заседании Думы. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.